Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня небольшой обзор на топовую, то есть самую легкую, самую жесткую спортивную ручку для подсачника от компании «Флагман». Это «Тригорон», штекерная рукоять, 4-метровая, выполнена из дорогого карбона, поэтому она очень легкая, очень жесткая, но с ней, скажем так, обращаться нужно аккуратненько. Краном вот так вверх рыбку поднимать нельзя. То есть, одна рекомендация. Завели ее в леску, чуть подняли над водой, не выводя рыбу, да, чтобы рыбка была в воде, а обод лески вверху, кто не умеет обращаться. И дальше вот такими движениями просто вытаскиваете, да, берете за голову и рыбку уже поднимаете наверх. Значит, но зато вы получаете максимально жесткую, максимально легкую ручку, с которой очень удобно управляться. Значит, здесь три колена, евро-резьба, под которую подходит любая голова. Усилены все колена, вот эти стыки, дополнительными обмотками. Ну и сам дизайн очень приятный, это она такая шершавенькая, как будто дополнительная обмоточка здесь сделана. То есть в руках держать очень приятно и чувствуется, что это действительно инструмент очень дорогой и прям вот высококачественный. Ну и не менее важный момент тот, что из штекерной рукояти вы можете всегда сделать несколько длин. В данном случае это 134 сантиметра, если вы ловите, допустим, с лодки, и большая длина не нужна. Или 266, если вы, соответственно, второе колено насаживаете на это, да, и получаете 266 длину. Ну и, соответственно, 4 метра, это если уже комлевое колено. То есть за каждое колено может использоваться как комлевое. Ну, естественно, аккуратно. Значит, по поводу веса. 270 грамм общий вес, это на полной вытяжке. И вот в этом месте я мерил 30 миллиметров диаметр бланка в месте хвата. У меня к вам просьба большая. Подписывайтесь на канал вот под видео. Кто не знает, нажмите, пожалуйста, на кнопочку подписаться, кто еще не подписан. И вот такой пальчик вверх. Буду вам очень признателен и благодарен. Всего вам доброго и до новых встреч.